Добрый вечер, дорогие друзья. Итак, перед вами сборная лейбла «Артбит» в полном составе. Или не полном. Так, сегодня для вас Анна Королева, Петр Ившин, Антон Горбунов, Дмитрий Илудин, Феликс Лохутин. Он сказал: поехали.
Лихо начали. Надо сказать, что сегодня будет исключительно авторский репертуар вообще полностью. Вот первая пьеса была Дмитрия Лугдина, называлась она «Facebook». Сейчас дальше будет моя композиция под названием «Лесная песня». Вот. Ребята ее сразу прозвали «Лесная ягода». Вот. И прежде чем мы ее начнем, я хотел бы, чтобы мы все вместе вошли в ритмический размер 7/8. Вот. В данном случае
7 это у нас отсчитывается как раз, два, три, раз, два, раз, два. И вот мы сейчас вместе попробуем вот. Thank you.
Композиция носит название «Поиски». Можно свет на сцену дать, плиз? Который сзади не выключается. Thank you.
Thank you.
Прозвучит пьеса Петра Ившина, которая называется «Addiction». То есть зависимость периода. Thank you.
Thank you.
театр Ившей Дикши. У нас для вас есть еще сюрпризы, еще есть специальный гость, но о нем мы расскажем в следующем отделении. Маленький антракт, дорогие друзья. Итак, снова мы с вами. И, как уже были обещаны сюрпризы, вот сейчас я хочу представить нашего специального гостя. Он выйдет только, если его встретят как следует. Ladies and gentlemen, let me introduce our special guest, our good friend from Spain, Ramon Rodriguez Gomez. Прошу, будьте пожаловать. Я даже иногда не понимаю, это испанец или это индус, потому что то, что сейчас немножко похож на индуса, а по игре очень похож. Не вполне, поэтому ясно. И наша ближайшая композиция называется «Светотени». Thank you.
Анна Мендес Гомес, композиция «Света тени». И Рамона мы пока не отпускаем, потому что следующая у нас композиция носит название «Oriental Rap». Название само себя говорит. Vinata, pira kita dati dagi, tina tina na tita, tita tina ta, pira kita dati dagi, nada kina tita dagi, nada pira kita dati dagi, nada tita ta kita tita tina ta, pira kita dam, pira kita dam, ta pira kita dati dagi, da pira kita dati. Thank you.
Ding ding ding.
Один сюрприз под названием «Поющий басист». Вы будете первые. Thank you.
автор песни, текста, партия вокала и баса Антон Горбунов. С дебютом, маэстро. Ну и что, еще что-нибудь из Антона Горбунова? Для контраста. Thank you.
Антон Горбунов, Анна Королева, Петр Ившин, Дмитрий Лугдин, Рамон Родригес Гомес, Перец Лахути, Artbeat Project. Друзья, Перец Лахути. Рамон, are you here? Друзья, если вам вдруг интересно, есть пластинки. Еще! И как говорит в этот случай Данил Борисович Крамер, если вам все это понравилось, приходите к нам еще. Вот. А также эти композиции можно услышать на пластинках, которые вот имеются здесь. Вот некоторые из них.